с вами Рухоборз, и сегодня у нас суббота. Сейчас время 8 часов утра. На улице светлеет, тут немножко темно. Вот, я тут себе чайку забодяю. Вот. Люблю я чаи, так скажем, помешан на чаях. Вот. Друзья, как вы поняли по названию, почему ММА, а не футбол? Хороший вопрос и хорошее название, кстати. Друзья, я загружал свое первое видео с перспективой, что люди поймут, кто я и куда я двигаюсь, и что будет на моем канале. Друзья, вопрос, типа, из футбола в ММА. Типа, первое видео получилось так, как будто бы я из футбола, сломив голову, ломанулся на ММА. Это звучит глупо, но, судя по всему, видео получилось не совсем корректным. Ну, это понятное дело, первое видео. Вот, хочу сделать короткое видео сейчас. Вот, надеюсь, оно будет коротким, а то у меня все видеоролики что-то длинные. Но не суть важное дело, давайте перейдем сразу к делу. Друзья, действительно, какой смысл из футбола переходить на ММА? Ведь у меня же на футболе все нормально. У меня в данный момент есть приглашение в Китай, у меня есть приглашение в Грецию, еще есть там страны. Мне всего лишь 21 год, у меня есть уйма времени, чтобы добиться в футболе много всего. Как бы футбол такой вид спорта, сами знаете. Вот, но просто поменялись мои приоритеты, мои желания, как я рассказывал в первом видео. Но, как я опять повторюсь, видео получилось не совсем корректным. Я сам это заметил. Вот. Так, друзья, значит, рассказываю вам. 5 вещей, или сколько, 4 их. По-моему, 5 вещей. Это, я говорю, путешествия, ММА, фитнес, скейтборд, паркур. Сальто, типа то. Паркур. Итак, друзья, у меня просто поменялась философия жизни. Я решил поменять твою жизнь в другую сторону. Как я говорил в первом видео, самое главное — это быть свободным. Понимаете, свободным в действиях, в намерениях, во всем. Значит, рассказываю. Я хочу путешествовать по всему миру, понимаете? Сегодня здесь, завтра в другой стране, потом на экзотической стране, Дубай, я не знаю, куда только можно, где только есть интересные места. Вот. Второе, я для себя, я не хочу просто так ездить путешествовать, потому что я как бы спортсмен по жизни, и мне нельзя как бы просто так, ну, будет очень тяжело. И мне очень сильно нравится спорт ММА. Я сам как бы по характеру такой человек, что люблю этот спорт, люблю такую вот храбрость, мужество, силу, вот такой вот у меня прям в крови. Вот. Я без этого не могу просто так путешествовать и все такое. Третье, фитнес, значит. Фитнес. Почему я как бы, мне в футболе, меня в футболе очень сильно ограничивали в этом. То есть у меня была такая практика, я набирал вес, да, сколько это было, до 85 килограммов. Вот, значит, сразу же, что случилось? Я стал медленным, реакция стала очень слабой, отдышка была, уставал, то есть конкретно. И все, тренера начали сразу же говорить, что ну как так, ну зачем ты так, короче. И все, меня как бы поставили на диету, у нас был тренер и как врач по физподготовке, был диетолог, и в итоге я скинул все эти килограммы, которые я набирал, скинул до 72, по-моему, скидывал. Вот, я хотел быть здоровым, но не смог. Четвертое, это скейтборд. Мне очень понравилась эта движуха, эта тема, как бы кататься на скейте. Вот, я буду покупать разные скейтборды в разных странах, кататься на скейтбордах, это очень, думаю, крутое занятие. Вот, это четвертое. А теперь пятое. Пятое — это паркур. Я с детства люблю делать сальто. Я умею делать задние сальто, передние сальто. Я люблю прыжки, движения. Вот это все как-то вот мое, знаете, оно меня так
я получаю от этого адреналин, удовольствие. Вот. Помню, где-то писал один блогер, тело – это самый лучший инструмент для жизни. То есть он хотел сказать, что твое тело, оно это лучший инструмент. То есть ты можешь тренироваться, ты можешь делать сальто, ты можешь кататься на скейтбордах, делать разные трюки, вот, как бы много-много всего, бегать, прыгать, короче, на батутах. Вот это вот я хотел как бы донести в своем первом видео. Итак, сразу же невольно задается вопрос, ну, назревает такой вопрос, типа, а как это, а учиться, а работа, а деньги откуда? Так вот, значит, рассказываю, я учусь в IT-направлении. Ну, там разные всякие, веб-дизайнер, веб-программист, копирайтер, значит, разные направления. Я выбрал, как бы, веб-программист, вот, то есть я могу работать через интернет, вот я сейчас закончу, я могу просто работать через интернет. Кстати, эта профессия самая востребованная в мире и самая высокооплачиваемая профессия, одна из высокооплачиваемых, то есть, вот, я могу в любое поехать, в любую страну, для меня главное это иметь ноутбук и интернет. Зашел в интернет-кафе, сел, заказал себе кофеек, чаек, там все, сел, поработал пару часов и все, ты свободен, можешь гулять, кататься на скейте, тренироваться, и все, все дела как бы. Вот, это значит вот на этот вопрос. То есть я сейчас учусь, сейчас у меня скоро закончится это все, вот, и я валиваю. Друзья, это не значит, что я не буду серьезно заниматься ММА. Я буду вполне серьезно заниматься ММА. Я буду стараться достигать максимальные результаты, хоть UFC, хоть, не знаю, чемпионат мира, мне без разницы. Я буду идти до конца, серьезно к этому относиться. Но это не самое главное. Я бы из футбола не уходил, если бы чисто только вот просто поменять спорт. Тут дело не в этом. В футболе можно зарабатывать большие деньги здесь, в Германии, играя за полусредние клубы. То есть я буду заниматься ММА серьезно, я буду достигать, я все, что нужно, по воле Всевышнего, я буду стараться делать все, все, что от меня требуется. Вот. Но, опять-таки, повторяюсь, это не самое главное. Самое интересное для меня это путешествие. Это фитнес. Я хочу набрать вес до, как есть скажу, 85 или же 90 килограммов. Вот. Плюс получается 20 килограммов. Думаю, будет очень интересно вам посмотреть на это. Вот. Я с детства как бы очень сильно люблю бодибилдинг. Я в этом всем разбираюсь, в этих движухах, короче. Питание, тренировки. Короче, я все это знаю, я всю эту литературу, фитнес-литературу прочитал, давно уже читаю, как бы. Все будет здорово, то есть я хочу и паркур, сальто, прыжки будут в видео, буду кататься на скейтборде, какие-то трюки делать, буду тренироваться по ММА. У меня вот на такой вот промежуток времени вот такие вот планы. Я надеюсь, по воле Всевышнего у меня все получится. И я понимаю, что это видео опять-таки же получилось не коротким, но что поделаешь, есть что рассказать. Друзья, кто подписался на мой канал, прям большое вам спасибо. Вы самые настоящие, не знаю, человечище, как, я даже не знаю, как сказать. Вы те люди, которые меня как бы вот на начальном уровне поддерживаете, помогаете. А это делают только самые достойные люди. А как бы вам большое-большое сердечное спасибо. Я вам очень благодарен. Так что, друзья, зовите своих друзей, я буду звать своих друзей. Будем, соберемся на моем канале, в будущем будет зачетный контент, мы будем в топах обязательно. Так что всем удачи, всем хорошего дня, если у вас сейчас утро. Всем пока, до новых встреч.